Уважаемая родня, Константин Кинчев. Открою тайну, благодаря ему мы появились в Питере в 87 году. Вот. Да ладно, вы и так бы появились. Да, и дружим на протяжении вот уже 25 лет. Это да. Да, все остальное Константин сейчас сделает. Да. Постараюсь. Чары июля я столкнулся с ним. Когда играл в прятки, он рвал свои стихи, пил дешевые виски и плакал. И он знал об этом. Его лицо, изрытое траншеями сомнений, успокоилось, покрылось слоем мела. Я спросил в упор, куда ты собрался? Он шепнул на небо и улыбнулся. Честное слово! Честное слово! В июле я увидел, как он умирал. От снов до вдохновения целая вечность. Я трижды мог пропасть, пока ее мерил. Звериное чутье выручало в слепой дороге. Я встретил магикан, для которых честь табу, и холеных фаворитов, что бесятся жира. У первых был внимательным учеником, вторым грызался в глотку дикой собакой, разбуженной молвой о распятой любви, израненный баграми языкастых пророков. Я медленно ступал по дымящей земле и мучился жаждой. Может быть, мне просто повезло, воронью всему назло. Мне не дали скинуть кровь и дней, помогли залечить раны. Тропинкам узким и шальным, по обрывам ледяным, к родникам живым провели меня мимо зоркой охраны. Воде запекшимся ртом и жадно пил, глотая свое отражение. Да видно перебрал живительные влаги, меня начал бить озноб. В памяти кипел раскаленный июль, Париж не поверхнулся своею жертвой. Я решил двигаться, чтобы согреться. Я начал двигаться, чтобы согреться. Честное слово! Честное!
честное слово. Хочу умереть в ожидании солнца. В городе Париже в начале июля я столкнулся с ним, когда играл в прятки. Он рвал свои стихи, пил дешевые виски и плакал. Его поджидала смерть, и он знал об этом. Все изрытое траншеями сомнений успокоилось, покрылось слоем мела. Я спросил в упор, куда ты собрался, он шепнул. Спасибо. Константин Евгеньевич Кинчев, настоящий рыцарь отечественной рок-музыки.